Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня готовлю потрясающе вкусное нежное мясо в чудо-горшочке. Оно настолько становится нежным, что есть его можно просто губами. Оставайтесь со мной, увидите, что у меня получится. Рецепты, все пропорции под видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мне будет очень и очень приятно. Ну что ж, начинаем. У меня вот такой вот кусочек мяса, это мякоть свинины. Я его режу на небольшие кусочки, ну так, как мне нравится. Теперь режу лук. Можно резать полукольцами, но я порезала на четвертинки. Лука нужно много, тогда это будет очень-очень вкусно. Морковь у меня вот такая вот большая. Я тоже ее режу на 4 части и тоненькими полукольцами. Теперь делаю смесь из любимых специй. У меня это приправа к свинине, черный перец, смесь перцев, куркума, красный молотый перец, паприка, сладкий перец, хмели-сунели, грузинские приправы. Все это перемешиваю. Несколько долек чеснока измельчаю. Вот такой у меня есть чудо-горшочек. Наверное, он глиняный. Я на дно наливаю немного растительного масла, кладу лук, морковь и выкладываю порции свинины. Солю и посыпаю той смесью приправ, которую я сделала. Опять поливаю немного растительным маслом, кладу лавровый лист, чеснок, лук и морковь. И так перекладываю слоями все мясо. Выкладываю столько, сколько у меня есть, под самую крышечку. Самое главное, не жалейте лука и чеснока, тогда это будет очень и очень вкусно. Лук протомится, его практически не будет чувствоваться, даже не любителям лука это очень понравится, поверьте мне. Завершающий слой из лука и моркови. Наливаю немножко воды, накрываю крышкой и ставлю в духовку на 1,5 часа при 180 градусах. Мяско мое готово, очень-очень нежное, томленое. Лука практически не чувствуется. Обязательно попробуйте, это очень-очень вкусный рецепт. К любому гарниру подойдет, хоть рис, хоть картошечка, так как вы любите. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всего вам доброго!